Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Венецианский кинофестиваль известен как одно из самых престижных событий в мире кино, в котором принимают участие имена с мировым именем. Каждый год мероприятия и парады по красным ковровым дорожкам вдоль исторических каналов города привлекают внимание международных средств массовой информации. Но в этом году великолепие фестиваля было омрачено неожиданным скандалом. Туба Бюйкустун и Энгин Акурик были в Венеции, чтобы присутствовать на важном гала-концерте фестиваля. Оба имели замечательную репутацию известных актеров, и их присутствие на мероприятии было долгожданным. Однако по прошествии ночи роскошная атмосфера Венеции стала центром скандала. Помимо Тубы Бюйкустун и Энгина Акурека, на мероприятии присутствовали также многие известные имена. На яркой гала-вечеринке фестиваля вокруг Тубы и Энгина собралась замечательная публика. Все казалось идеальным, но позже ночью произошло несколько скандальных событий. Посреди ночи за столом, где сидели Туба Бюйкустун и Энгин Акурек, разгорелся спор. Якобы между Тубой и Энгином возникли какие-то личные разногласия и разногласия. Напряжение за столом возрастало с течением вечера. Представители средств массовой информации заметили эту напряженность и быстро сообщили о ней. Ссора между Тубой Бюйкустун и Энгином Акуреком стала событием, которое длилось всю ночь и привлекло внимание окружающих гостей. В какой-то момент напряжение обострилось настолько, что через некоторое время пришлось вмешаться охранникам. Это привело к тому, что об инциденте сообщили в прессе и широко распространили в социальных сетях. Когда стали известны подробности скандала, стало известно, что разногласия между Тубой и Энгином связаны с профессиональными разногласиями по поводу проекта. Некоторые прошлые профессиональные проблемы между двумя актерами переросли в личную напряженность и в этот вечер омрачили гламурную атмосферу Венеции. Организаторы Венецианского кинофестиваля сделали краткое заявление по поводу этого события и отметили, цель фестиваля – объединить лучшие из мира искусства и кино. Ситуация, в которой оказались Туба Бюйкустун и Энгин Акурек, была личным разногласием и не повлияла на общую атмосферу мероприятия. Туба Бюйкустун и Энгин Акурек после скандала продолжили свои пути. Оба они сделали заявление для СМИ и заявили, что разногласия носят личный характер и не повлияют на их профессиональные отношения. Подобные ситуации могут возникать время от времени, но сегодняшние события являются отражением личных вопросов и не влияют на наши профессиональные деловые отношения, сказал Туба. Энгин Акурек сказал, то, что произошло ночью, это полностью личное разногласие, и нам следует сосредоточиться на искусстве и кино, а не преувеличивать инцидент. Этот скандал в Венецианской ночи ненадолго потряс спокойную атмосферу города, но фестиваль продолжился. После инцидента за профессиональными отношениями Тубы Бюйкустун и Энгина Акурека пристально следили СМИ и фанаты. Под ночными огнями Венеции этот скандал оставил след в воспоминаниях, затмив великолепие фестиваля. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.